Здравствуйте. Я сегодня была на новогодней вечеринке. На новогодней вечеринке, если не была. Мне подарили подарок. Мочка, ну я же не умею распаковывать. А как ее распаковывать? А где? Давай я тебе помогу, да? Смотри, да, это как это непонятная эта нитка. Вот, это бантик, да? Ленточка. До конца тяни. А чё ж сюда? Вот так. А чего ж тут ленточка? Сейчас я... Украшения? Возьму ножницы, да, и разрежу. Да, возьми нож. Я посмотрю, что тут можно сделать. Да, а я пока беру, смотри, смотри. А ты видела, что тут еще на самом подарке написано что-то шрифтом Брайля? Я, кстати, не прочитаю, но я думаю, что тут написано «С Новым годом», какое-то пожелание. И, скорее, и возможно, тут написано «Афина» где-то. А может и нет. А, буква сначала шрифт. А, еще Алла. Там да. Так, это можно расклеивать? Я же распечатаю. Да, можно, можно. Скрывай. Давай, я тебе помогу, да? Смотри, вот тут. Оп. Что это? Давай, оп, давай. А тут у нас какая-то... Книга, отлично! Книга! Это как только ты научишься читать, ты уже будешь... Сможешь читать сказку. Знаешь, как она называется? Как? «Одного разу на Різдво». Вот такая вот книжечка классная. Вот. И она шрифтом Брайля. Для незрячих специально. Вот. Вот тут вот можно читать плоскопечатным шрифтом, а вот здесь вот шрифтом Брайля. Класс? Смотри, это получается, мы с тобой вместе сможем. Я смогу прочитать, и ты. А здесь написано буква. Кстати, игрушечку еще зрителям надо же показать. Давай книжечку такую. А это игрушечка. Это кто, кстати, медвежонок? Я думаю, да. Так, разгинаются ножки, ручки. Посмотри, бабушка, разгинается и сгинается. Ты не бабушка, ты родителям. Ты детям. Там даже мы когда ждали вечеринку, я там нашла коляску там. Я панда тоже была, панда такая. И еще большая панда была, которую можно было посадить на пол. Ой, что это? Что это? Сейчас посмотрим. Кажется, там еще был пряник. Там еще был пряник, и я его... Села в машине, а то захотела же в машине сладкое. Так, давай. Знаешь, что это? Это наборы для того, чтобы делать открытки самостоятельно. Да? Ты можешь сама сделать открытки, да? Как? А мы с тобой сделаем обязательно. Класс. Класс. Покажи все. Представляешь, ты открытку будешь сама. Вот, кстати, ангелочек есть. Будешь наклеивать. Ой, очень классно. Да? Спасибо тоже. Очень классно. А там что, еще есть наклейки? Так. О, у тебя тут еще есть... А! Написано, представляешь? Написано: «Афина, самая красивая девочка в мире. С Новым годом». А это, посмотри, вот. Класс. Ну, это просто подложечка. Это. А еще смотри, такая вот, не знаю, вот такая вот подушечка. Класс? Для медвежонка. Для кого? Для маленькой куколки, например, какой-то. Классно? Да. Это я даже могу пока... Это я могу знать, что когда что? Кто-то занимается, показывает там... Когда у меня там как когда у нас ткань, с которой кровати делаются, подушечки, с которой делаются простынки, подушечки, одеялка. Да. А ты рассказала, что там еще у тебя было?
Где? Где? В машине то, что уже ты... Так я уже сказала, прямо к ней. Ну все, хорошо. Так, я сейчас думаю, кто у нас маленький. Кого сюда я могу ложить? Маленьких у тебя есть маленькие пупсики. Мы найдем кого. Ну все, прощай, Саша. Все, пока. Бабушка, посмотри, какая подушечка красивая, и открытки тут. Ну, там можно еще помазать. Бабушка.